Ну, с турнирной точки зрения хотелось бы лучшего результата. В плане подготовки турнир очень нужный нам, потому что здесь получился практически у нас такой, скажем так, ближе к игровому методу подготовки, потому что мы начали позже всех подготовку, и время было совсем мало. Сложность в чем заключается? Тот фундамент, который мы должны были заложить на первом сборе, мы его практически пропустили, все. И здесь риск огромный был в связи с тем, что нагрузки сразу, игра через 2 на 3 день. Но вот в плане наигрывания связи, в плане того, что у нас появились на этом сборе 2 новичка, все, он очень полезен. Турнир на хорошем уровне, организован, проходит на хорошем, как обычно, как все годы. Я этим доволен. Вы сказали о новичках. Появились новые футболисты у «Факела». Надеетесь, что укрепились? Или хотелось бы большего? Ну, хотелось бы еще некоторые позиции укрепить. Но те ребята, которые пришли, и Игорь Лебеденко, и Дима Редиш, и Кузьмин из московского «Динамо», и Афанасьев из «Торпедо ЗИЛ», я считаю, что это квалифицированные игроки, которые вот именно в организации игры... Это укрепление. Все. Вопрос второй, что пока физические кондиции, все, но будем по ходу чемпионата уже добирать. Здесь у нас 2 дня еще работы осталось, и уже подготовка непосредственно к первой весенней игре пойдет.